Лидеры школьного самоуправления со всего Северского района приняли участие в форуме «Шаг в будущее». Уже второй год подряд мероприятие проходит в школе номер 43 станицы Северской и собирает вместе весь ученический актив. Форум дает участникам возможность обменяться опытом, идеями, а также результатами работы. Мы очень надеемся, что такие мероприятия помогут нам создать все условия для развития нашего района, нашего края, нашей страны, потому что именно вы, кто сидит сегодня в этом зале, будете творить историю, приближая к 100-летнему, к 120-летнему юбилею нашего района. И мы очень надеемся, что все то, что будет сегодня в вас заложено, оно даст определенные положительные результаты на ваше будущее и в целом на будущее нашего района. На встрече подвели итоги выборов лидеров ученического самоуправления 2019 в 30 образовательных учреждениях Северского района. Свой голос за кандидатов отдали свыше 1500 учащихся. Из 102 кандидатов было отобрано 29 президентов и один атаман в школе номер 12 станицы Дербинской. В рамках форума каждый лидер получил долгожданное удостоверение, которое будет действовать в течение всего следующего года. На форуме также выступили гости, состоявшиеся управленцы. Они поделились с ребятами опытом конструктивного общения с коллективом. Тот опыт, который вы сегодня получаете, общаясь напрямую с управлением молодежной политики, с администрацией района, это просто бесценно. Сегодня вы получили документ. Я считаю, что это очень важный документ. И он не говорит о том, что вам будет скидка в магазине за счет него, или вам поставят там пятерки. Нет, этот документ лишний раз подтверждает о том, что вы заслужили доверие своих одноклассников. Продолжился форум лидеров школьного самоуправления «Шаг в будущее» на тематических площадках. Всех участников мероприятия ожидали тренинги по улучшению управленческих навыков.